Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Хотел вам сегодня продемонстрировать наши AirPods 2. Здесь все видно. Все пишется как у оригинала. Здесь также все надписи, все четко. Итак, вот они заряжаются от беспроводной зарядочки. Итак, открываем кейс. И ждем. Отключить. Сопрягаем наше устройство, держим кнопочку, отпускаем, идет подключение. Покажет точный заряд, вот 35%, отлично. Смотрим элементы питания, вот наши AirPods 2, наушнички. Вот можно поставить каждый отдельно, раз, у каждого отдельно заряд, то есть показывает все точно. Левый в кейсе, правый в руках. И футляр AirPods тоже по заряду. Все идеально. Итак, переходим в настройки. Смотрим. У нас сейчас версия ПО 13.2.3. Это не самый последний ПО, но только на таких ПО работают вот самые последние наушники на самом последнем чипе. Это iPhone 11 Pro Max. Никто здесь никого не пытается обмануть. Итак, переходим в настройки Bluetooth. Вот AirPods 2 отключены. Заходим в информацию. Вот двойное касание AirPods Siri. Ставим предыдущая дорожка на левый наушничек. И следующая дорожка на правый. Также можно настроить Siri, пауза, пуск, либо выключение. Также у вас идет уже автоматически двойное касание. Если вам кто-то звонит, вы можете ответить на двойное касание и положить трубочку. То есть здесь все есть. Обнаружение уха автоматически. Микрофон автоматически. Либо всегда левый, либо всегда правый. Это уже вам, получается, стоит выбрать, как вы хотите под себя. Имя также можно изменить. Можно, например, написать там все, что вы хотите. Свое название, компанию, все что угодно. А, кстати, хотел вам сказать, когда мы нажимаем «Забыть это устройство», вот видите, раз, оно подвязывается к iCloud, к вашей учетной записи, так что не стоит об этом забывать. Вы всегда сможете его отследить через «Найти мое устройство». Вот локатор, и вот вы можете это увидеть, где оно находится. Вот AirPods 2 по геолокации, вот раз, вот они. Можно воспроизвести звук и все остальное. Ожидаем. Ожидание запряжения. Все слышно. Закрываем наушники. На левый. Правый и так далее. Итак, хорошо. Выходим с наушничками. Дальше переходим в музыку. Заходим в музыку. Переходим на трек. Берем правый наушничек. Закрываем кейс. Теперь смотрите. Два сенсора. Берем их в руки. И включаем музыку. Здесь еще один сенсор находится. Когда мы выбирали правый наушник, переключение трека вперед. И нажимаем. Переключается все идеально. Без каких-либо задержек и всего остального. Главное правильно ударить по наушничку два раза. И мы перейдем на следующий трек. Как вы видите, работает все идеально. Если вы переживаете что-то в приложении дело, переходим в Apple Music. Здесь будет то же самое. Включаем трек. Frank Sinatra вы все знаете. И вуаля. Это у нас наушнички на чипе Aeroha самого последнего поколения.